Всем привет! Сегодня у меня 21 июля. Начинает поспевать вот такой супер ранний сорт винограда. Не знаю только какой сорт. Сорт очень классный, очень шикарный, очень вкусный. Я его лет 12-15 назад у одного дядьки достал. Взял по двум причинам. Первая причина — очень ранний. Вторая причина — очень вкусный. Вкус такой ярко выраженный мускат. И очень сладкий. Вот он только-только начал поспевать. Такой вот сорт. Сорт не подмерзает. В моей области, получается, Полтавская область. Ну, естественно, с укрытием. То есть его нужно укрывать. То есть ягоды вот есть крупные, есть чуть-чуть зарошинкой без косточки получается. Сорту еще надо, ну, буквально, наверное, дней 5, и он будет полностью готов. Он должен быть такой черного цвета. Ну, я вот сейчас буду уже срывать. Я приехал в село. Здесь я буду срывать некоторые гроны уже кушать, потому что потом что-то другое начнет спеть. Вот такой вот он красавчик висит. Вкус просто. Вкус просто бесподобный. Я такие пряные сорта очень сильно люблю. Сладкие, с мускатом. Вот это вот тот сорт, что надо. У него есть чуть-чуть легенькая терпкость. Может быть, кого-то растет этот сорт. Знаете, как он называется, пожалуйста, осветите меня. Потому что вот я выращиваю вот минимум 12 лет, и я не знаю его название. И у кого брал, тот мужчина тоже не знал название этого сорта. Ну, сорт очень классный, то есть бывает в некоторые годы начинает поспевать с 15 июля. Уже можно его, вот в таком состоянии вот он, как вот сейчас, уже можно его кушать. То есть даже вот такие вот ягоды, они уже в принципе нормальные. Вот эти, это уже спелые, они вообще ярко выраженный мускат, очень сладкие. То есть вот такой сорт. Чем мощнее куст, тем больше гроны у него получаются. Тем толще рукава, запас питательных веществ в древесине. Вот такой вот сорт. Как называется, хрен знает. Такие вот красивые гронки висят. Ягода не сильно мелкая. Ну, для раннего, что с мускатом, это, конечно, классно. Это, конечно, классно. Так, сейчас срежем пару гронок, сважим его, посмотрим, какой у него вес. По гроне, по ягоде разрежу. Это рядом растет ладан, но он еще зеленый. Он должен желтого цвета быть, тоже мускатный вкусный сорт. Но я за него потом сниму чуть попозже. Так что вот такой вот кустик винограда. Так. Так, срезал я гронки домой первого виноградика в этом году. На 21 июля. Сейчас вот сважим, попробуем. Такие вот гронки. Вот такие гронки. Вот. Красивые. То есть он, может быть, кое-какие ягоды еще не доспели, но уже хочется. Вот очень хочется. Жена говорит, поедь, срежь. Хочется нам сильно виноградика уже. В 18 году. Вот такие вот гронки. Так, сейчас сважим. Интересно, какой у нее вес. Где-то тут включайся. Так. А ну-качки. 850 грамм гронка. Но они не сильно большие. Они 600 грамм такие. Ну, виноград валовый. Вкусный, красивый. Да, вот 600. Такие вот гронки. То есть не было у меня таких грон там за килограмм. В основном 500, 600, 800, до килограмма максимум. Такие гроны. Сорт такой пахучий, приятный, хороший. 500 грамм. Такие гроны. Так, сейчас надо еще попробовать сваживать ягоду. Так, это выкинули. Выключили. Включили. Какая у него ягода по размеру? 7 грамм.
7, 6, 5. Такие 5-7 грамм ягода. Так, сейчас посмотрим, как она в разрезе. Сейчас разрежу. Так, вот такая вот у него в разрезе мякоть у этого винограда. Вот он, гронку нашел. Полностью, почти спелую. Такая вот у него мякоть. Резкость фиг найдешь. Хрустящий, вкусный, с мускатом. Легенькая такая, очень вкусная терпкость у него такая, еле-еле заметная. Сорт очень мне нравится, я рекомендую всем, только не знаю, как называется, может, кто-то подскажет. То есть, если кому он интересен, звоните заранее. Только есть, я буду когда обрезать лозу на зиму на укрытие, то есть могу нарезать как бы чебуков, положите в подвал или куда-то, можно будет сделать на собственных корнях. Ну или кто умеет колировать, на колировку. То есть вот такие вот красивые, ранний, шикарный виноград, требующий, правда, укрытия. Ну, я думаю, кто посадит, по вкусу и по сроку будет просто доволен таким сортом. Такой вот сорт. Гроны не крупные, но на рынке он будет уходить на раз-два. Я людям, кому продаю этот сорт, своим знакомым, то всем нравится, все разгребают его. Именно из-за того, что ранее, сейчас еще ничего нету, только привозной виноград где-то или из Турции, или из Израиля привозится. То у меня как бы в коллекции, сколько я сортов выращивал, было около 46 сортов винограда, то ни один не поспевал так рано, даже первозванный у меня был, я его выкинул, потому что мне он не понравился. Даже он не выспевал в это время, вот именно в моем регионе. Он вместе с ним рос недалеко. Так что вот такой сорт, вот такой виноград. Всем спасибо за внимание, всем пока.